Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию книгу, полученную в дар от известного карагандинского живописца и графика, члена Союза художников Казахстана, члена-корреспондента Академии художеств Республики Казахстан, дипломанта Российской Академии художеств Айбека Каленовича Бегалина. На праздничной встрече с читателями «Библиотека в моей жизни» художник передал в дар библиотеке редкий экземпляр книги, для которой он создал иллюстрации. Книга, о которой идет речь, принадлежит перу выдающегося писателя, классика советской литературы Чингиза Тарикуловича Айтматова. Его книги известны во всем мире благодаря глубоким и серьезным темам, которые автор поднимает в своих произведениях. «Плаха» – один из самых выразительных и драматичных романов Чингиза Айтматова. В нем автор исследует такие важные аспекты жизни, как взаимоотношения человека с природой, нравственный выбор, бесконечное противостояние добра и зла. На встрече Айбек Каленович рассказал о создании иллюстраций к книгам Чингиза Айтматова и о личной встрече с писателем. Работа над произведениями «И дольше века длится день» и «Плаха» стала важным этапом в творческой биографии художника. Графика Айбека Бегалина не только дополняет текст, но и добавляет ему визуальную глубину и эмоциональность. Художник постарался передать оттенки чувств и переживаний героев книги. Иллюстрации Айбека Бегалина отличаются высоким уровнем мастерства, вниманием к тексту, характерам героев, атмосфере произведения. Книга «Плаха» с иллюстрациями Айбека Бегалина – это не только ценное пополнение фонда библиотеки, но и пример того, как художественное оформление книги может обогатить литературное произведение. Уникальная книга в дар напоминает нам о том, как важно сохранять и передавать из поколения в поколение лучшие образцы художественного творчества, которые заставляют нас задуматься о смысле жизни, ответственности за наш общий дом, о человечности и милосердии.